Всем привет! Недавно я написала такую картину «Текстурный ворон». И в этом видео я хочу показать, как я это делала. Для этой картины я взяла холст 40 на 40 сантиметров на подрамнике. А до этого на холсте я хотела сделать другую птичку текстурную, но потом передумала и решила сделать ворона. Птичку я закрасила, чтобы она мне не мешала жидкой разведенной краской акриловой. И дополнительно эта жидкая акриловая краска послужила как бы мне грунтом для последующего рисунка. Дальше я взяла тоненькую кисточку, белую краску и перенесла рисуночек на холст. Рисунок ворона, которого я хочу сделать текстурной пастой. Пасту потом можно будет наносить также на чистый белый грунтованный холст. Либо загрунтовать его дополнительно, как я уже сказала, акриловой краской, либо грунтом художественным разведенным, либо строительным. Особенно если холст долго стоял, пылился, то лучше это сделать, чтобы лучше держалась паста. Вот мне я взяла такую шпаклевку, взяла мастихины и теперь выкладываю пастой свой рисунок. Сначала я выкладываю веточку, на которой как бы будет сидеть ворон. Для этого я взяла на мастихин пасты и распределяю ее по холсту. Дальше выкладываю самого ворона. Начинаю я делать снизу. И сначала делаю тело, потом голову, постепенно накладывая пасту верхний слой на нижний. Чтобы сделать хвостик, я нанесла пасту на хвост и делаю вот такие вот вертикальные движения ребром мастихина, имитируя перышки. После того, как я выложила хвост, я выкладываю пасту на область тело ворона. Постепенно сглаживая переход ребром мастихина, делая вертикальные такие вот линии. Прихлопываю мастихином свежую пасту, и тогда получается такая неровная текстурка. Это вот самые мелкие перышки. Немножечко размазываю по краям пасту, чтобы край не был слишком ровным. Здесь я решила поправить хвостик. Хвостик я поправляю вертикальными движениями, двигая ребром мастихина. И мастихин я взяла поменьше. Дальше выкладываю перышки на груди у ворона. Здесь я уже беру мастихин на кончик. Пасту на кончик мастихина. И делаю также вертикальные движения, но уже чуть-чуть поменьше их делаю, не такими длинными. Чуть веду мастихин сверху вниз. Если перья на хвосте были длинные, то эти перышки покороче. Беру пасту на кончик мастихина и ложу на шею. Теперь делаем клюв. Клюв я делаю ребрышком мастихина, накладывая по направлению рисунка горизонтальными движениями. И дальше поправляю еще мелкие перышки. Для мелких перышек берем пасту чуть-чуть на мастихин. Растягиваю клювик, пасту сглаживаю, чтобы клювик был более ровным. И дальше продолжаю делать голову ворону. Накладываю пасту также на всю область рисунка.
Размазываю ее. Ну, здесь уже перья чуть-чуть самые мелкие, поэтому сильно таких движений мастихином не делаю. Сейчас вот смотрите, ребрышком мастихина я вылепила глазик как бы и положила такую вот на кончике мастихина такой вот кружочек. Получился зрачок. Подправить форму зрачка можно кисточкой, смоченной в воде. И дальше продолжаем всей поверхностью мастихина имитировать такие вот перышки мелкие. И вот так получается, что верхние перышки я накладываю на нижние, двигаясь снизу вверх. Получается вот такая птичка. Самым верхним слоем будет крыло. Также длинные крупные перья я делаю всей поверхностью мастихина, беру на него пасту и размазываю ее вертикальными движениями. Делаю вот такие вот длинные перья. Верхним слоем перышки покороче. Точно так же беру пасту и всей поверхностью мастихина, но не делая таких уже движений размашистых. Движение делаю покороче. И перышки получаются, соответственно, покороче. И самый верхний слой перышек. Опять же, на кончик мастихина я беру пасту и просто выкладываю ее, сильно не размазывая, поверх предыдущего слоя. И, конечно, очень важно вытирать мастихин, чтобы он не был грязным. Тогда будет выкладывать пасту намного легче. Завершаю крылышко. Отлично, вот такая птичка получилась. Теперь осталось сделать только ножки. Так как картина в большей мере своя абстрактная, то ноги я сильно не вылепливаю. Выкладываю мастихином такие вот полосочки, корректируя границы ножек ребром мастихина, снимая лишнюю пасту. Делаю такие как бы пальчики и лапки. Не сильно стараясь вылепить их. После того, как я сделала ножки, вот я хочу поправить чуть-чуть перышки на груди, сделать их более крупнее. Ну и вот, ворон практически готов. Теперь нужно, чтобы паста хорошенько просохла. После того, как паста просохла, я беру клей. Клей-скотч на этот раз у меня.
И наношу его на то место, где будет находиться поталь. Наношу на эту область и даю высохнуть минут 10. За это время он успевает схватиться и образоваться липкий слой, к которому потом будет клеиться поталь. Теперь можно наклеивать поталь. Поталь я использую трансферную, зеркальную. Она обычно выпускается в чуть меньших квадратиках, 8 на 8, по-моему, сантиметров. Очень сильно блестит. Ее не надо покрывать лаком, она не окисляется. Но у этой патали есть минус. Она очень легко ломается и крошится. Это нужно учитывать при ее использовании. Итак, наклеиваем на клей поталь на область, где у меня она должна располагаться. Я даю ей чуть-чуть схватиться, минут 20. Вот. Потом можно будет смахнуть ее мягкой кисточкой. Покрывать лаком ее не надо. Также на нее можно наносить спокойно акрил. Начинаю покрывать с фона. Для этого я использую черную, умбру-жженую, ультрамарин. Хотя ультрамарин мне нужен для птички, но я все равно его положила на палитру. Охру, белую краску. И вот так начинаем с дальних краев. Черную краску наносить и ближе к области, на которой располагается поталь, добавляю умбру, коричневую краску. То бишь уголки получаются у картины более темные, как такая виньетка. А ближе к той части, которая светится, и фон становится светлее, коричневее. И можно вот так вот заходить на краешки потали, размазывая эту краску. Чтобы поталь на... Простите, чтобы краска на края потали наносилась плавно, нужно наносить ее полусухой кистью. Не мокрую, а такую вот полусухую красочку. Размазываем по границам с поталью, чтобы они не были четкими, а были такими расплывчатыми. Я закрашиваю птицу сначала полностью черной краской. Потом уже где-то будем рисовать более светлые перышки. Но для начала ее нужно покрыть черной краской всю. Да, вот чтобы черной краской не заходить на поталь, я использую более тонкую кисточку, чтобы аккуратненько закрасить ворона, там, где нанесена текстурная паста, и не размазалась краска на место с поталью. Крашу веточку, на которой сидит ворон. Для этого я смешала черную, белую и чуть-чуть умбры. Снизу я добавила умбры побольше, получилось более коричневое. Еще больше умбры. Краска становится чуть темнее. И снизу она как бы сливается с фоном. Сверху я добавила больше белого с черным. Получился такой тон, более серый и более светлый. В принципе, вот получился такой же
как бы готовый вариант фона. Он может остаться таким золотым, блестящим, состоящим из патали. То есть, да, но можно сделать фон более таким абстрактным. Для этого я использую те же краски, умбру жженую, коричневый, может быть, какой-то другой, или сиенна, охра, белую краску, черную в различных сочетаниях. Где-то я мастихином накладываю более коричневую краску, даже, может, смешаю с черной, чтобы она больше сливалась с фоном. Ближе к той области, где нанесена паталь, я добавляю краску более светлую. Вот здесь я добавляю охру, смешанную с белой краской. И вот такими мазками, более темными и более светлыми, я делаю абстрактный фон такой, не боясь заходить краской на саму паталь. Мне кажется, так смотрится намного интересней. Где-то чуть-чуть белого добавить, чтобы фон был светлее. Где-то наоборот. Больше коричневого, черного. И вот так вот делаем хаотичные мазки. И сзади ворона у нас образуется такой вот абстрактный фон. Нанеся краску на ребро мастихина и делая такие вот движения горизонтальные, именно ребром, можно сделать такие вот полоски, которые расходятся в разные стороны. Более светлой краской, которая заходит на темный фон, либо более темной краской, которая заходит на светлый фон. И постепенно вот такими мазками формируется абстрактная картина позади птички. Где-то вот здесь я даже добавила золотистой краски. Здесь как бы не видно, что она золотистая, но она золотистая. Ну, сейчас я нанесу краску на бревно. Здесь я использую черную, коричневую, белую. Снизу, там, где теневая часть, бревно будет более темным, но сквозь него будут проглядывать такие вот светлые пятна. Для тени я смешала коричневый и черный. Добавляю беленького, если мне хочется сделать оттенок посветлее. Если хочется сделать более насыщенным, добавляю коричневого. Для более теплого коричневого я добавляю чуть-чуть охры. Использую все те же красочки. Снизу я делаю более темной краской. Бревно это будет тень, сверху свет. Если я хочу, чтобы краски были не такими яркими, я добавляю белый и немного черного. Всегда добавление серости меняет насыщенность. Делаю ее меньше.
Итак, бревнышко я почти покрасила. Теперь кисточкой украшу лапки. Сначала в черный цвет. Приступаю к птичке. Как видно на картинке, она не полностью черная. Где-то свет попадает на перышки. И поэтому я беру черную краску, белую, чуть-чуть белой. Добавляю чуть-чуть ультрамарина, чтобы серый был слегка синеватым. И вот такими движениями добавляю чуть-чуть света на перышки. Нужно помнить, что акрил, он имеет свойство темнеть. И изначально, нанося на текстурную пасту акриловые краски, нужно понимать, что через некоторое время, когда они подсохнут, они будут намного темнее казаться, не такими яркими, как сразу, когда их наносишь. Итак, вот такой краской. Черный с добавлением белого и с добавлением ультрамарина. Красим участки, которые попадают на свет у птички. Тем самым создаем видимость объема еще больше. Сверху голову птички я крашу смесью голубого и белого. Добавляю чуть-чуть черного, также, чтобы краска не смотрела слишком ярко. Вот здесь уже птичка подсохла, и краска, которую мы нанесли на нее, уже не смотрится так ярко, потому что акрил потемнел. Поэтому будем еще наносить слой более яркой краски на птицу. Также мне захотелось продлить фон немного в правый верхний угол.
поэтому я беру мастихин краску и размазываю ее по холсту, продлевая фон чуть выше. Ну, сейчас картина высохла, и добавим самые последние штрихи. Добавим немножко света на картину. Сначала делаем бревнышко, на которой птица сидит. Я беру белый, умбру, жженую и охру. Смешиваю. И добавляю на веточку. Сверху более светлую краску. Снизу краска будет более темная. Добавляю красочку с умброй. Здесь я добавила больше белого и охры. И самые светлые участки я сначала покрасила кисточкой, затем положила мастихинчиком более густым слоем. Добавим света на фон. Я смешала охру и белую краску. Получилась вот такая вот светлая красочка. И наношу мастихином. Делаю такие светлые пятна на фоне. Сделаю также ворона посветлее чуть-чуть. На перышке, которое попадает свет, я нанесу краску светло-серо-голубого цвета. Для этого я смешала белый, ультрамарин и чуть-чуть черного, чтобы приглушить яркость. И вот так вот наношу эту красочку поверх крыла. Сверху я добавила голубой краски. Также наношу на ребра перышков легким движением кисточки эту же светлую краску. Краска сухая, чуть касаясь перьев, получается, что краска ложится как бы на самые ребрышки. Также добавляю этой серо-голубой краски на головку ворона. Где-то более светлой, где-то более темной краски. Если где-то пересветлили, можно добавить. И светлой краски добавляем на клюв. Чтобы смягчить переход света, также можно помогать пальчиком растирать краску. И приступаем к глазику. Обозначим кисточкой форму его. И также белой краской я добавила туда чуть-чуть охры, чуть-чуть. Я сделала белок глаза. Вокруг остался черный зрачок. Теперь уже почти белая краска
Самую каплю у нее добавила ультрамарина, чтобы все-таки это не был чисто белый. И делаю самые последние штрихи. Добавим красочки на лапки. Также я взяла почти белую краску и кончиком кисточки просто наношу на ребрышки вот этих перьев, на самые-самые верхушечки текстуры. Эффект получается более такой декоративный. И вот так вот по ребрышкам провожу слегка кисточкой. Получаются такие своеобразные потертости, как будто на крылышке. Также добавлю этого на грудь ворона, на хвостик такого вот эффекта. Ну и можно сказать, что на этом картина готова. Ну, а на этом мастер-класс я заканчиваю. Буду надеяться, что вам было видео полезно. Также буду благодарна за подписку, за комментарии. И до встречи в новых видео. Всем пока!